Сейчас моя презентация появится, я надеюсь. О, отлично. Меня зовут Ража Ферасав. Я руководитель отдела обучения и развития персонала компании «Штада». И сегодня я расскажу вам, ну, скорее, не про инструмент, который вот возьмите и делайте так. Нет, а скорее про то, каким образом мы использовали, ну, такой уже достаточно древний с точки зрения проведения оценки инструмент ассессмент-центров только под конкретные задачи. Мы посмотрим с вами два кейса. Может быть, это наведет вас на какие-то размышления, как его можно использовать, потому что у нас там были конкретные прямо вот цели для использования именно этих инструментов. Я никогда не утаиваю сложности, потому что я как-то не очень люблю на конференциях, например, там обычно выходят и делятся только хорошим. Нет, я готов рассказать и о сложностях, и о том, что бы мы сделали по-другому. И покажу вам, соответственно, плюсы, что бы нужно учесть в тех или иных случаях использования, соответственно, ассессмент-центров. Пару слов о компании. Компания «Штада» на фарм-рынке сейчас так зазвучала все громче. Если наберете сейчас в гугле, то «Штада», там вы увидите, что за последний, наверное, месяц много компаний приобрела фармацевтических, то есть мы нацелены на рост. Этот слайд еще как середины года, когда мы еще не знали, что нам примерно присоединяется, то есть сейчас в России СНГ и Балтии, потому что это единый кластер CIS, только Украина от нас отделилась в Восточную Европу, все остальные остались, соответственно, рядом с нами. Вот 3000 сотрудников, сейчас наше количество увеличится еще где-то плюс 800. Это вот будет фактически в следующем году. Всего в компании, компания международная, компания немецкая с немецким офисом, мы представлены во всей Европе, представлены в Америке, Южной Америке, в Африке, по всему миру, в Азии тоже много офисов. Для нас, соответственно, для России компания входит в топ-5 фармы. Ну, сейчас мы будем двигаться к первым местам.